И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и сегодня поиграем в мобильную игру «Мир. Сага. Мини». Ну что ж, давайте заходить. Загрузочка. Тут есть дом. Домик такой. Феи. О, прикольно. Ну что ж, давайте начнем с малышей. Давайте начнем с миленького, маленького щеночка. Хи. Ого, смотрите. Ля-ля-ля. Смотрите. Мы можем его вот так вот потащить. Как прикольно. О, привет, зайка. Я буду кататься на этой штуке. Эй, давай загружайся. Все. Смотрите, тут крабик. Тут такой прикольный. О! Эй! С тобой все нормально, друг. Смотрите, ему это уже не нравится. О, теперь он и заплакал. Стынь. Давайте посмотрим. Теперь ему страшно из-за высоты. О, опять ты заплакал. Нужно его слушаться, чтобы ему нравилось. Да? Ну все, слезай. Теперь тебя буду тащить. Непослушный ты, зайка. Эй, привет! О, хочешь поиграть на инструментах? Да! Так ты танцуй! Смотрите, как он... Как ему весело! А сейчас ему... Тоже очень весело, но ему это надоело, видите? А давайте очень быстро. Теперь ему это не понравилось. Ну что ж, давайте следующую игру. Имеется в виду, знаете что? Не малыши, а друзья. Давайте начнем теперь... С зайки. Они уже выросли и стали ходить друг к другу в гости. Но зайка пошел, знаете кому? К хомячку. Они поиграли и очень устали, захотели поспать. Да ты спи. Выключаем свет. И будем спать. Все так быстро? Все, я пошел к собачке. Тук-тук. Привет, я тебя ждал. Буду мыть посуду. Зайка пришел к нему, и мама его попросила помыть посуду. А вместе же веселей мыть посуду. Вот поэтому и он попросил. Теперь моем нашу... Знаете что? Конечно же, вилку. Почему-то она из зеленого цвета. Странно. Теперь тарелка. Она синего цвета или зеленого. Ну, что-то типа такого. Зеленый-синий. Ага. Осталось совсем чуть-чуть смыть. Конечно же, средство. Ну все. Сходили к другу. Помыли посуду. Ну, теперь давайте следующую. Игру. А вы как думаете, какую я игру? Да все легко и просто. Просто выбираю вот это. Да-да, вот это. О, тут пирамиды не было, мусорки тоже не было, и ракеты не было, и вот этого. Тут сколько всего много появилось. Яблока не было. Ну давайте строить.
Носка не было. Я хочу пирамиду. Пирамиды реально не было. Я первый раз это вижу. Ну, может быть, мы и не достроим. Но это и ничего и страшного. Все равно нас ждет очень много игр. Да? Нас очень много игр ждет впереди. Эй, давай ты быстрее, песок, добирайся. Угу. Все, поехали. Просто можно вот так. Быстро, удобно. Вот, наконец-то. Еще, мне кажется, таких, если вот постолько собирать, то еще таких, мне кажется, 4. Но, большое но, чтобы быстрее набрать, я просто возьму вот этот. Мне кажется, вот смотрите, уже набралось один ящик. Поэтому я и это взяла, потому что тут очень много на самом деле. Главное делать вот так, когда может монстр. Ну не монстр, а то есть такой чучело какой-то. Помните, как он нам попадался? Чучело, смотрите! Эй, давай к нам! Все, пока! Ну что ж, поехали! Только давай быстрее. Все, мы приехали. Ну и мы, к сожалению, не успели, но зато побежали быстрее искать другую интересную игру. Угу. Это, ну хорошо, как хотите. Давайте зима, потому что скоро зима. Но это на самом деле хорошо, давайте. И плохо, потому что будет холодно у кого-то нет. Давайте посмотрим, какая зима у кого-то бывает. Смотрите, птичка, у нее наступила, например, осень. И она... Ой, какая осень? Зима. Мне сейчас только началась осень, и я уже говорю, скоро зима. Но все равно, чтобы ощутить. О, смотрите, кто-то даже елку для Рождества наряжает. О, кексик. Ай, как пахнет. Ам. О, смотрите, у него выросла из кексика борода. Странно. Чего он так раскрыл глаза-то? Ось. Да, конечно. Смотрите, я хочу попить. Дайте мне попить. Что это за вода? Это не вода, а лед. О, смотрите, из-за этого пошел снег. Как прикольно. О, привет, пингвиненок. Ты такой прикольный. Эй, Мишка, медведь. Держу мороженое. Вкусно? Да, я знаю, какое ты любишь. Хм, смотрите. Я танцую танец робота. Хопс, я танцую еще хип-хоп. Йоу, я сел на шпагат. Как прикольно получилось. Ну что ж, а теперь давайте поищем другую игру, которая нам понравится. Как вы думаете, какая она понравится? Давайте вот это. Ну давайте вот это, как скажете. Кого же выберем? Давайте зайку. О, кто-то даже расстроился. О, вот это очки. Но очки нам больше не нужны. Усы. Я хотела те очки. Нос мне... Я хочу те очки. Я так... Смотрите, нет, я хочу какую... Посмотреть, какие тут есть. Давайте какую-нибудь... Например, корону. А, вообще, как-то прикольно. А, такая прикольная кофточка. Или тигренок. Ой, что это за лицо? Объясни мне. Смотрите, зайка какой. Вообще, такой смешной зайка.
обалдеть. Ну что ж, вам понравились игры? Мне тоже понравились. Всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.